Несчастье пришло в дом российской певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко Тарзана. Буквально несколько минут назад Наталья Владимировна Королева связалась со своей мамой Людмилой Ивановной Порывай и Сергеем Глушко. Тарзан в момент трагедии находился в Майами, где занимался недвижимостью семьи вместе с Людмилой Ивановной. Опять эти мажоры. Хорошо, хоть другие люди не пострадали. Появились первые комментарии в социальных сетях после страшного ДТП с участием Архипа Глушко. Вчера вечером в городе Москва на улице Охотный ряд Архип Сергеевич Глушко, только год назад получивший права, вместе с тремя подругами на своем Митсубиси мчал, превышая скорость. Это уже вторая авария за текущий год в жизни сына певицы Наташи Королевой. Хотя в первом ДТП Архипу повезло, он отделался легким испугом. По данным полиции, у всех пассажиров Митсубиси, в том числе и у водителя Архипа, в крови был обнаружен алкоголь. Нагасаки ехал, превышая скорость и грубо нарушая правила. Архип Глушко, 20 лет, звездный сын Наташи Королевой и Сергея Тарзана. Нагасаки. Именно так называют девушки сына Натальи Королевой за его монголоидную внешность. По рассказам девушек, сын Натальи Королевой достаточно закомплексованный молодой человек. Он не обладает брутальной внешностью своего отца и пытается купить внимание девушек с помощью денег. За свои 20 лет Архип приводил в родительский дом уже трех невест. Однако семейного счастья так и не обрел. Одна невеста не понравилась маме, другая стала строить глазки папе, ну а третья и вовсе изменила Архипу. Стало известно, что вчера вечером в машине вместе с сыном Натальи Королевой находились две бывшие участницы реалити-шоу «Дом-2», а также бывшая девушка Архипа, 19-летняя стриптизерша Мелиса. По данным полиции, все четверо молодых людей распивали спиртное прямо в салоне автомобиля. Початая бутылка виски была обнаружена и на водительском сидении. Стало известно, что Архип не справился с управлением машины и произошло столкновение с маршрутным такси. В результате аварии две девушки из шоу «Дом-2» погибли на месте. Танцовщица Мелиса и Архип Глушко в тяжелом состоянии были госпитализированы в московскую больницу.